Могу я открывать окно? То есть на каком высоте он летает? На седьмом ли этаже летает вирус или нет? Я не могу вам такую информацию дать. Все сказали, что кто после 80 даже не лечит. Укол морфия и все. Реже включайте телевизор, да, один раз в день. Посмотрите новости, включайте. Да ладно. Сразу валерьяночки. Доброе утро. Слышал было постановление правительства о том, что выплат по 2000 пенсионерам. Это реально или это фейк? Тем, кто соблюдает самоизоляцию. Не понял. Скажите, пожалуйста, еще буквально один день, и ни мне, ни моему ребенку нам просто будет нечего есть. Это я смотрю телевизор, и мне страшно. Ну хотя бы хоть 1000 рублей, хоть сколько-нибудь. Ну хотя бы вот это, остановили бы вот это безумие. Сейчас же, посмотрите, цены-то повышаются. Но ядрёнок и черешка, нету денег, надо лекарства. Ах, Господи помилуй. Здравствуйте. Да, слушаю вас.